Точно. Сегодня день финала. Финала Лиги Чемпионов. Невероятная атмосфера сопровождает этот матч. Немыслимое давление сейчас ложится на плечи игроков. Еще совсем немного остается ждать начала главного матча этого сезона Лиги Чемпионов. И как и на протяжении всего длинного пути к финалу, сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич говорят вам: добро пожаловать на футбол. Это Бавария против Интера. Миллионы глаз смотрят сейчас трансляцию, которую видите и вы. Еще бы, это главный матч клубного сезона. Финал Лиги Чемпионов. Матч, который определит, кто является лучшим клубом Европы. Итак, состав Баварии. Нойер занял место в воротах. Лукас Эрнандес в обороне играет. Зуле. И в атаке у них только один нападающий, которому активно будет помогать полузащита. Посмотрим на состав Интера. В воротах Самир Хамданович. В обороне Шкринер в паре с Дефреем. Чолханоглу вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в атаке Мартинес начнет с Джеку. Самой настоящей немецкой машиной прошлась Бавария. Ну, впрочем, как обычно, по своим соперникам и закономерно добралась до финала. Ну и теперь остался самый главный шаг. Финал еще необходимо выиграть. Уверенно играет в отборе. Никола Варелла. Дензел Дамфрис с мячом. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Не ошибусь, если я скажу, что львиная доля внимания перед игрой была уделена Роберту Левандовскому. Как думаешь, что он покажет сегодня? Не без труда, но этот мяч вратарь забирает. Уверен, он мяч закрывает. Мартинес. Хакан Чалханоглу. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Никола Барелла. Не дает этой атаке оборона развиться. Дали много места Коману на фланге. Рискованный маневр. Штрафной так лучше не делать, но на сей раз обошлось без нарушений. Трибуны однозначной реакции ответили на решение судьи не ставить 11-метровый удар. И терять мяч Интер. Кингсли Коман. Серж Гнабри. Отличный пас у Нонг. Не получилось тут толком мяч выбить. Хакан Чалханоглу. Иван Перешич. Хакан Чалханоглу. Никола Барелла. Хороший отрезок сейчас проводит Интер.
Может быть, мы перехвалили их. Мяч в итоге уходит к сопернику. Томас Мюллер. Кингсли Коман. Альфонсо Дэвис получает пас. И соперник позади. Бавария на половине соперника. Но владение переходит к сопернику. Очень здорово прессингуют они. Вот это момент! И какое спасение вратаря сейчас! Блестяще играет голкипер. Сложнейший удар потащил.